Раз в два года значит, происходит конкурс международный. Вот фонд исторической фотографии имени Карла Булы проводит этот конкурс на лучшую фотографию. Значит. Ну, в этом году уже прием закончился, уже можете в зале посмотреть. Уже, ну, сейчас у нас закрытое мероприятие будет. А так в нашем bulafond.ru, на нашем сайте, вы получите полную информацию. Bulafond.ru. Да. Хорошо.